1811 году Иван Андреевич Крылов написал басню «Лебедь, щука и рак». Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажи воз взялись. И вместе трое все в него приглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка. Да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там.